Приветствую всех, дорогие друзья. С вами, как всегда, подношение на карту Вороны и видеотекарь. Играем в очередную каточку за Павача. Поехали. Я одно хочу сказать. Я вот искренне, вот от всей души, вот положа руку на сердце, на все сердца, на которые только можно положить, желаю любителям карты Вороны в каждой катке пересекаться с токсиками, пересекаться с читерами, с туннелерами, с кемперами. Чтобы они каждый раз знали, где им место. У сурвов эта игра и так не самая сложная. Про рандомов я ничего не говорю. Я еще раз говорю. Все мои замечания всегда против пати. И они себе еще берут облегчение. Не дай бог, у них не получится. Сраная карта Вороны. Как же я ее ненавижу. Здесь проигрыш, ребят. Стопроцентный проигрыш. Тут нечего даже думать. Вот зачем вот он вылазит? Ну что он хочет? Если вы мейнман, вот если вы мейнман, не играйте в эту игру, серьезно. Она... Против этих конченых нахер тварей, ну, ей-богу, лучше поэкономьте свое время. Если вы сделали какой-то перерыв в этой игре, просто потому что она вас, вам осточертела, именно по этим причинам, по которым я сказал. Конченых тварей, я имею в виду не всех сурвов, естественно, а именно абузеров карты Вороны. Я думаю, это и так всем понятно. Не возвращайтесь. В ней вообще ничего не изменилось. Правда, вот ничего не изменилось от слова совсем. Вы вне зависимости от мана, за какого бы мана вы ни играли, вы обязаны развлекать их, чтобы они тешили свое ЧСВ. Что они такие офигевшие, охренительные мансеры. Не тратьте свое время, дорогие друзья. Лучше смотрите на то, как я страдаю в этой игре. Ставьте лайки, если согласны со мной. Либо же дизлайки, если не согласны. Я рад абсолютно любому активу. И лайком, и дизлайком. Опять же, хочется уточнить. Ну, все адекватные ребята это и так прекрасно понимают. То, что я говорю, я никогда не говорю против личностей как таковых. Я всегда оцениваю непосредственно игровое поведение. Я никогда, ни разу за всю свою игровую, так скажем, карьеру, ни разу не показал ни одного профиля игрока в ДБД. Так что, соответственно, тут ничего личного абсолютно. А непосредственно оценивать поведение, вот поведение, я имею полное право. И вот поведение вот этой вот Юнчин чисто пидорастичное. На 100%. Я вам даже больше скажу, дорогие друзья, я уверен, на 80%. Не на 100, на 80%, что именно он инициатор этой карты. Я даже, вот знаете, я не хочу потеть, я не хочу как-то из себя что-то пыжить вот это вот. Пускай они вот просто пофармят, пускай они просто вот посчитают себя какими-то охренительными мансерами, я лучше дальше пойду. А название данного ролика очень простое. Если вы сделали перерыв в этой игре, не возвращайтесь. И вот почему. Yeah!
Потому что в 90% случаев вы играете против пати. Рандом и вымирающий вид, и это все знают. А пати за 90% манов, не за всех, конечно, но за 90% манов обыграть нельзя. Вот просто нельзя и все. Опять же, это все все очевидные вещи, и мейнманы это прекрасно, опять же, знают. Мейнманы, которые на эту игру потратили очень много времени, в шутку, естественно, уже как привыкли себя называть, типа, терпилами. Нам терпеть надо и так далее. Я прекрасно понимаю, почему маны зовут себя терпилами, потому что это... игра. И я тут точно такой же абсолютно терпила, потому что тут 90% манов, они созданы для того, чтобы терпеть. Если ты ман, подразумевается то, что ты должен терпеть. Это самый главный минус Dead by Daylight, а как такового. А все те, кто отрицает эту очевидную истину. Не правду, а прям истину. Просто является игроком на сурвах. Вот и все. Подставится еще. Странно. Все, я им пойду открою. Либо же их выгоню, потому что они все равно сейчас не выйдут. Вот об этом я и говорю, ребят. Вы понимаете? Но я ни разу не прав. В очередной раз вот во всех вот после игровых чатах сурвы все время подтверждают вот свое вот это вот поведение. Я сразу же сказал, что именно он инициатор. И я сразу же сказал, что поэтому по токсичному поведению, пидорастичному поведению видно, что он чисто вот нацелен на то, чтобы быть киберкотлетой. Всем пока!